Здравствуйте, здравствуйте. Это четвертая попытка записать эту игру. Это The Young Prologue и версия как бы событий от разработчиков по их мнению до основных событий самой истории игры, которую мы все видели уже. Если кто-то не видел, то добро пожаловать на канал и знакомьтесь. Она скоро выйдет, и выйти уже должна полная версия со всеми открытыми локациями, секретами и прочими, которые сейчас еще на карте закрыты. Короче, четвертая попытка записать эту игру у меня, я надеюсь, получится. Так что давайте посмотрим. Я надеюсь, что все получится. Ну, хотя, с другой стороны, если ты уже это смотрел, то можешь не смотреть и перематывать дальше. А может быть, поставишь лайк и поддержишь меня этим самым. Ладно, пошли. Погнали. This is not how it was supposed to be. Who am I kidding? The plan sucked all along. I keep thinking about how things should have gone, but wishful thinking ain't gonna change shit. Today, I die on this island. Да не умрешь ты сегодня, что ты мне рассказываешь? Ага, и собаки лают прям в ухо. Гребаные собаки, да. Итак, разворачиваем свое лицо и бежим сюда. Все, тихо. Тихо, 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 тихо. Да не... Знаешь, что в этой игре иногда раздражает? Вот ты вроде бежишь, хочешь просто присесть. Она прокатывается и встает. И я опять, вот, понимаешь, просто вот можно просто вот присесть вот так и красться. Спокойно. Я понимаю, что это механика, что на бегу она так не сможет сделать. Но тем не менее, ну сделайте вы что-нибудь с этой игрой-то уже. За 65 лет. Так, крысы. Крысы, окей. Крысы. Ой. Окей, получи по 6 гранат. Еще раз. Отлично. Ебу сейчас. Да в смысле ты не умираешь? Дура, что ли? Или их тут три было? Не пойму. Ну да, ну ладно, неважно. Так, это моргает, это... А, она оттуда прибежала. Угу, хорошо. Ничего здесь больше нет, пошли. Зажигалочка, как всегда, зипа. Зипа, естественно, зипа. Куда же без зипа? Тихо. А что у меня один наушник? Дурачок, что ли? Во. Нормалек. С двумя-то наушниками интересней. Я надеюсь, я запишу все-таки. Потому что вышла-то она уже недели две назад минимум, а я никак не дойду до нее. Так, это что? А, вот. Давай. Полезли. Великолепненько. Босиком. Девчушечка с неплохими ножками. С хорошим маникюрчиком. С белыми ноготочками. Все прекрасно. То, что доктор прописал, как говорят. Так, это мы забираем. Это что? Это дверь. Это ключ. Ключ мы забрали. Дверь мы открыли. Сейчас чихну. Ли. Ага. Сейчас чихну. А может нет. Чего? Так, крысы там. Бери. В смысле? Да возьми. Во. Сейчас разбежимся и прыгнем. Эх! Вот так. Что это? Оп! Какие же громкие эффекты. Ну ничего, ничего. Так, это у нас, по-моему, жертва. Жертва плачет, да? Чё? Да чё сопли-то?
Ну да, помочь мы ему, к сожалению, ты права, мы не можем. Так что плачь, не плачь, мой хороший друг или подружка. Но ты умрешь, а мы убежим. Ладненько, идем дальше. Та-ра-ти-та-та. Так, ага, 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 хорошо. Пока идем нормально. Аптечечка, аптечечка. Это мы прыгаем туда, да, по-моему? Вот так? Да-да-да-да-да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успокойся, успокойся. Присоедини... Это, прикинь коленку к земле и ползи. Ой, тихо. Ну, давай. А с одного удара убивает, да, по-моему, она? Ну, вроде да. Тем более, если на колено присесть, то это вообще ляпота. Так, а здесь мы, ага, ползем вверх. Ну, по вот так. Че проблема-то? Наверх. Наверх. Пересядь, перекинь. А, это вот сюда. Залезь. Еще, еще. Теперь сюда. Вот так. И наверх. Все, ничего сложного нет. Ничего. Главное не промазать. В этой игре главное не промазать. Так, где-то здесь скоро будет опасность. В виде врага, который ходит по коридору. Он не просто сидит, стоит, лежит и бежит, а он ходит. Ага, мы что-то забрали. Мы что-то забрали и... Идем дальше. А, выход, отлично. Она мне говорит. Это не я, просто так выдумывает. Она мне говорит. Но туда я не пройду, так что пытаться не стоит. А... Чего? А сюда я пройду. Сюда я пройду. Смотри, раз. Все, и мы просто идем вот туда. Ну, space. Space. Пробел, значит. Вот. Забираем, забираем, наполняем. А, и что? Ну, давай. Чего? Ага, ну, понятно. Держать надо до конца. А я до конца полсекундочки не додержал, и получается, что я профукал. А, где моя вода, жидкость? Подожди. Ой, сколько всего у меня здесь не проверено. Так, и у меня получается вот так делаем. И сейчас мы это кинем в свиней, хотел сказать. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. А что, не все умерли? Вот и все. Подумаешь, крысы, подумаешь, мыши, подумаешь, люди. Все сго... Спокуха. Секундочку. Так. По-моему, здесь... Это защита, я понял, не надо. Бери. Включи. Ага. Тут есть обход. Обход есть. Я что? Я же помню, я же тут был. У меня что-то... Тихо. Спокуха. Вот, ключом по башке сейчас дадим пару раз, и он умрет. Он умрет, и спокойненько мы пойдем дальше. Это же честно? Он же... Ага. Тем более можно вот так сделать вообще. Смысла драться? Смысла драться здесь вообще не вижу. Вот просто не вижу. Он сумасшедший больной человек. Он просто стоит. Его поставили, не объясняя зачем. Он просто стоит. И мы то же самое сделаем. Мы пройдем мимо, не причиняя ему вред. Все, мы вышли на свободу. Прекрасно. Отлично. И так, мы прошли это за 9 минут. Прекрасненько. Пока хорошо. А, его... И вот оттуда аж слышно, нихера себе, чё он орёт? Мне не надо, чтобы он орал.
Так, а где? Подожди. А где... Это глюк. Это так хорошо слышно через стену. Это через пол. Бред-то собачий вообще. Тут же не может быть никого. Тут я не был. Ой. Ой, хорош. Пособирал тут всякого хлама. Ну, ништяк. Хорошо. Пойдем дальше. Пойдем здесь проверим. Кстати, здесь я не... Я здесь не был. Сколько я... Три раза я начинал играть. Но я здесь никогда, вот сюда именно я не ходил. Я сразу бежал понизу, туда, вниз, 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 вниз и все. Может быть, здесь есть какой-то короткий путь, но тут лишь нет. Короткая... Опа, серьезно, трупы. Не видел. Я думал, здесь можно спуститься, но здесь колючая проволока, и смысла спускаться здесь я не вижу. Там вон есть решетка. А мне, знаешь, куда надо? А, вон туда, вон, видишь, башня. Вот нам с тобой туда и надо. Ну, судя по тому, что показали в заставке. А тут трупешники с ними. Ублюдки, она говорит. Ну, естественно. Так. Где-то там внизу первый враг. Вон там, по-моему. Ну, пошли. Да с это, я понял. Насколько я помню, здесь нельзя ничего нельзя собирать, есть, там ничего нельзя делать, по-моему. Или можно? Не, можно, 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 можно. Почему я же тряпочки всякие собираю, значит, можно, смотри. Это же все можно делать. Так, что здесь у меня еще есть? Крафт. Бутылку, херилку. Так, а это можно уже делать, кстати. Вот. Бутылку я одну сделал. Хорош. Вот она одна. Но из нее можно сделать еще больше. Но у меня нет тем, чем пропитывать. Ну и ладно. Сделали и сделали. Пошли. Убьем вон того чувака. Хотя на самом деле его можно не убивать. Блять. Знаешь, что бесит? Вот это вот сейчас что было? Ты могла просто так сделать? А не орать на всю стену. Ну, на всю комнату. Уже враги, если что. Выбор всегда есть. Выбор здесь есть ее убить, либо пойти дальше. Понимаешь? И в любом случае мне нужно идти мимо нее. Просто идти мимо нее. Вот. Его, вернее, это же он. Убивая его, я приобрету только палку, которая мне вообще не нужна. Вот вообще не нужна. Поэтому. Поэтому. Сделать. Вот попробовать отвлечь его и уйти. Ну, это другой. Блин, он все равно придет. Где это говно? Тихо. Тихо. Да, вот тут. Тихо, 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 тихо. Знаешь, в чем беда этой игры большая? Я ее бью, его, ее, и примерно понимаю, что я уже вот-вот-вот должен сдохнуть. Я не, да и не только я, а все другие, те, кто играет, они не понимают силы. То есть я не ощущаю силы моего удара. То есть я, понятно, что я вижу там эту полосочку тупую, насколько я там, ну, это, я не знаю, мне кажется, этого мало. Что-то нужно другое вводить.
Понятно, что здесь есть оружие другое. Вот. Сейчас мы, кстати, заберем это оружие. Оно именно здесь. Сейчас он уйдет. Альт. Раз и ушел. За стенку, да? Да, а мы сейчас нырнем и заберем оружие. Все, это мы забрали, хренотень. Сесть нужно сюда и вот так сделать, допустим, вот так. Все, стрелу и мега-супер-пушку мы с тобой взяли. Это хорошо. Теперь мне нужно снять этого парнишу. Что это такое? Смотри по бокам. А что это такое? Это типа пот? Не замечал. Так, а где этот мудак? А где он реально? Я в прошлый раз этого мудака ждал долго. Пока он выйдет из-за угла. И так и не дождался. А реально? Или я когда сюда захожу, он становится... Тихо. У меня жизни очень мало. Посмотри, какой, блядь, бред в этой игре творится. Посмотри, какой бред. Где еще стрелы? Дай, отдай стрелу, сучара. Мне стрелы нужны, мне не нужны твои палочки. Немножко промазал, ну ладно. Сохраняшки здесь, насколько я помню, нет. В таких местах, в которых я бы хотел, допустим, да? Пойдем туда. Сходим. Спокуха. Это кто-то меня заметил? Это херово. Кто-то меня услышал или заметил? Смотри, видишь, красным помечено. Тихо. Ну, скорее всего, вон там где-то рядышком за стенкой меня запарили. Запалили. Так, а здесь у меня закрыто. Я должен... А, это с той стороны. Это с той стороны. Пока она заперта. Ну, это, знаешь, что я тебе скажу? Из опыта в этой игре, проведенной некоторое время, я знаю, что, по-моему, здесь вообще ни хрена нет, кроме того, что там может быть что-то типа оружия или что-то типа этого, дополнительных там бинтов. Поэтому смысла... Не, ну, конечно, можно все это облутать... Все это обрысь. Но быть нужно аккуратным, потому что здесь, я же говорю, они приходят, эти ребята, неожиданно. Так, спокойно. Тихо. Спокойненько. Забирай. Полотнище. Там вот надо наполнить нам наши канистры. Это что? Собаку слышал, да? Слышал, да, собаку? Она вот тут за забором, по-моему. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ваши эти громкие страшные звуки мне не нужны. Я пошел наверх. По-моему, здесь никто нас не запалит. Мы же на картах, поэтому все хорошо. Здесь уже все полное. Но, тем не менее, мы облутали. Тем не менее, мы с тобой... Да встань с колен. Я же могу это разбить? По-моему, нет. По-моему, не могу. Не. Херня это все, подожди. Вот, аптечечка полная, и это очень хорошо. Аптечка, вернее, здоровье мое пополнено аптечкой до полна, и это прекрасно. Так. Туда я пройти не могу. Все точно, все четко, я туда нет, подожди, или могу? А ну подожди. Подожди, подожди, подожди.
Я имею в виду запрыгнуть, я же туда могу? Не-не-не. Нет, это все ерунда. Это мои уже фантазии. А, вон стоит, это кто? А, тьфу ты, это же мой труп. В смысле, не мой труп, а тот. Вы же как вы громко разговариваете, пацаны. Мне нужно сейчас открытие ворота. Ага, вон пацаны, которые ходят. И они меня спалят. А ворота открываются наверху. Да заткнитесь вы. Тихо, спокуха. Тихо. Мы наполняем бутылочки бензичком. Отличненько, все хорошо. Все. Мне есть чем взрывать. Так что ты орешь? Мне по сути нужно пробраться туда за ворота. Вон туда. А это нужно сделать. Вон там дальше есть кнопочка, которая открывает. Как это называется? В дверь. Да, не ори. Здесь бегают собаки и ходят охранники. Собак, насколько я помню, здесь три. Собака где-то ходит здесь, во-первых, вот тут. Мимо меня. Сейчас я чихну. Чихнул. Все хорошо. Мозги не вылетели. Так, здесь у меня всего три стрелы. И один охранник, да, который ушел сюда. Но я не верю, что он тут один. Я просто не верю. Потому что здесь их не может быть один. Вернее, ну я неправильно разговариваю. Я говорю, что он тут не может быть один. Он тут не может быть один. Потому что это бред. Значит, пойдем туда, в ангар. Опа, тихо. А как, подожди, а как, а что? Он ко мне идет? Нихера. Тихо, ты дурак, что ли? Я въебу. Он ушел, слава богу. Его можно здесь перехватить. Ага. Это я заберу. Сейчас мы с тобой его перехватим и завалим. Что-то я забрал. Хорошо. Сейчас мы его перехватим. Он, по идее, не должен меня запалить. Он же идет спиной ко мне. А я выйду и чпокну его. И все. Давай. Давай, дружок. Сейчас я мышку тут переставлю, а то она у меня куда-то уехала. Давай. Хороший мой. Ну же. Я надеюсь, там собак, по-моему, нет. Да, он ушел вообще куда-то непонятно. Поэтому мне он нахер вообще не срался. Это мы забрали. Мы забрали что-то еще. Мы что-то забрали, и мы открываем вот сюда проход. Тихо. Там, по-моему, ничего нет. Спокуха. Тут есть... я не помню, зачем этот проход. Но... Ага, он здесь, по-моему, ходит. Чтоб... А вот стоит чувак. Твою ж мать, ты серьезно? Блять, ты посмотри, я не могу уйти. Я просто тупо не могу уйти отсюда. Ебанутая игра. Какая ж ты ебанутая, блядь, прости господи. Какая ж ты ебнутая игра. Он зажал, меня бьет, я ничего не могу сделать. И что, и где я, блядь? Так, стоп. Успокойся. Где мой арбалет ебаный? Я в самое, блядь, ушел начало игры.
Почему эти сохранения такие тупорылые в этой игре? Давай. Почему в этой игре такие тупорылейшие сохранения? Я как минимум прошел несколько этапов, а он в самое начало меня выкинул. Я облутал два ангара. Я забрал арб... Это что? Ты дурак? Нет, ну это, мне кажется, чересчур. Игра чересчур тупая. Просто тупая до беда невозможности. Почему он здесь этот... Это ужас. Я знаю об этом, что она такая. И все, думаю, об этом знают. Ну... Я не понимаю, почему это не сохраняется. Это такой, знаешь, момент. Как бы момент такой эпический, что ты зашел, забрал оружие и должен кого-то сядь, завалить. А мне не сохраняет игра, понимаешь? Не сохраняет. Вот, допустим, я сейчас вот так сделаю. Только загрузка. Все великолепно. Ну, окей, хорошо. Докуда мне нужно дойти? До какого момента, чтобы игра сохранила мой прогресс? Докуда? Вот мне интересно. Забери. Хорошо. Плохо, что нельзя их унести. Плохо. Вот реально плохо. Так, а там пацаны есть. Как минимум двое. Там, по-моему, никого нет. И... Подожди. А, ну здесь ходят, окей. Хорошо. Здесь ходят и, кстати, палят. И здесь меня завалили, но мне нужно залезть в ангар. Тогда будет все хорошо. В ангаре никто не палит. По-моему, там никто не ходит. Или там не ходят собаки. Этого я... Тихо. Окей. Так, там ходят пацаны. Это точно я знаю. Это я прям тебе 100% говорю. Вот по этому длинному узкому коридору ходит вонючка. Которого надо убивать. Только я... Совершенно не помню, как он именно ходит. Это херово. Ага. Все, я забрал оружие. Только, вернее, стрелы. Оружие у меня и так есть, оно не берется. Так, а почему у меня... Давай вот так сделаем. Чтобы не было ни... непонятных ситуаций. Простите. В смысле щит? Я убежал. Подожди. Надо быть наготове и не вдаваться в какую-то похотливую драку. Понимаешь? Тихо-тихо, мудак. Тихо, мудила. Да, я немножко потратил. Пару стрел. Но я избежал, во-первых, драки. Во-вторых, он труп, я жив. Понимаешь, в чем разница? Труп и жив. Слова тебе, понимаешь? Понимаешь? Вот я тебе об этом говорю. Я жив, он мертв. Все четко. Так, окей. Мы сейчас пойдем в ангар, наполним. Во-первых, что-то наполним. Лишь бы не говно в штаны. Откроем. Так, вот, во-первых. А, серьезно? У меня есть оно? Как это так? Ладно, мы забираем вот это.
Какую-то мы записку забрали, какие-то данные мы получили. Это мы закроем от греха подальше. Ну и вас в жопу, господа прохожие. А почему мне аптечка не... А. Давай вот так сделаем. Вот эту палку мы с тобой... Как ее выкинуть? Подожди. Кью? Подожди, как ее... Стоп, я не помню, как выкидывать все. Ты серьезно? Оно не выкидывается, подожди. 10 я могу носить с собой, да, стрел? Подожди, ну ладно, 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 успокойся. А как выкинуть говно-то? Ага. Ну вот как мне это выкинуть, Кью? Короче, иди в жопу. Надо будет, разберемся. Сейчас пока не интересно. Мне нужно пробраться, короче, туда в комнату. Дальше, выше. Все выше и выше и выше. Вон туда. По-моему, там у меня остался кто-то еще. Вон там. Вон там, вон там. Есть кто-то, 100%, типа собаки. Есть, насколько я здесь помню, никого нет. Ну, пойдем. Пойдем болтать. Сейчас я обойду. Сейчас я с тобой обойду. Но тут есть собаки. Тут есть один охранник и собака как минимум еще. Я уже это знаю тут. Забавные места. Неожиданные. Охранники. Вот эти вот. Так, а тут что? Наполняем. И наполняем, и наполняем, и наполняем, и заполняем. Раз. Давай два. И давай три. Отлично. Прекрасно. Полное. Мы можем кидаться, стреляться, и вообще будет все великолепно. И полная жизнь у меня еще ко всему прочему. Это вообще четко. Пока все неплохо, но... Знаешь, что хреново? Я не помню, где здесь еще есть охранники и собаки. Это плохо. Потому что я должен все контролировать. Ну... Ладно, с другой стороны, я знаю, где точно один есть. Так, здесь пока тихо и прекрасно. Тихо. Какие-то шумы появились. Спокуха. Опа. Это что такое? А, у меня оно заполнено и так. Я больше не могу брать, это плохо. Брать я больше не могу. Так, туда мы можем с тобой залезть. Но пока мне это, наверное, ни к чему. Ну, видимо, да. Или надо? Да, мне кажется, нет. Не, ну можно попробовать залезть, смотри. Не, он не залазит. Не, он не залазит. Ну и ладно. Мучиться и прыгать, сломя голову, я не хочу. Подожди, тут можно открыть и закрыть. О. Это зима до лета. Ладненько. Так, здесь у меня полное все. И наполнять мне, к сожалению или к счастью, нечего. Это опять же, опять ангар, который служит наполнителем бутылок. Вернее, не ангар служит наполнителем бутылок, а в ангаре есть жидкость, которая наполняет бутылки, которые превращает их прекрасное оружие. А вот это вот мы пропустили зря. Прекрасное. Вот так вот, да? Можно где-нибудь уже сохраниться там хотя бы чуть-чуть? Я даже здесь не буду против, если где-то прям здесь сохраниться. Так, и мне нужно идти в тот... как это назвать? Ой, короче. Короче, вон туда куда-то идти, и там надо будет уже активировать. Вон туда.
Пока, насколько я помню, здесь, вот здесь, вот, на данный момент, живых охранников или собачек там никого уже нет. Там мы тоже с тобой были. Правильно я понимаю? Да. Значит, мы идем вот туда. Да, тут они орут. Тут уже мои трупы, ну, в смысле, трупы от меня лежат. Но, понимаешь, что? Игра, она же такая великолепная, что они могут появиться ниоткуда. Просто вот ниоткуда взять и появиться эти придурки. Я могу пролезть здесь и пройти там. Ну ладно, пошли. Пойдем по траектории. Я понимаю, я все понимаю. Я понимаю, как пройти. Я понимаю, вот тут вот уже чуваки ходят. И у меня всего 3 стрелы. Это очень херово. А здесь, блин, ходить вообще опасно. Да ты ебанутая, что ли? Ты понимаешь, как игра? Я выстрелил, убежал и не получил перезарядки. Хорошо, что убил этого мудака. Это очень хорошо. Я получу сейчас стрелы, хотя бы 2-3 штучки. Тихо. Ага, 4 стрелы, это вообще круто. Перезарядил? Молодец, моя хорошая проституточка моя, которая носит в мне стрелы. Так, давай закроем эти дыры. Там запомнил, да, где стоял? Мы закроем. Мы запомним, вернее. Ну, я что-то прям... Тихо. Я прямо сильно распереживался, когда он на меня вышел. Я же понимал, что их двое. И надо было собаку первую убивать. Потому что человек, он глупый. А собака нападает вот так сразу, рвет и мечет. Опять. Опять та же ошибка. Или нет? Надо понять, куда они ушли. Вот куда он... Вот куда они ходят вместе с собакой, со своим другом? Ага, это они? Да. Да. Получается. Но знаешь, что получается? Что если я сейчас обойду и выйду на него, он мне, он меня сразу спалит. А мне этого вообще не хочется. Причем там две... Там две опасные хрени. И то, и другое. Самое правильное, это сначала зачистить. А потом уже идти. Вот что он там стоит? А, это... Это просто собака ходит. Ты ж мой хороший. Ты ж мой сладкий. Это просто собака ходит. А человек стоит. Ёб твою мать. Она не простреливает через щель. Ты серьезно, игра? Это плохо. Это просто ужасно плохо. Ой. Я понял, слева еще сходит чувак. А, собака куда ходит? Есть контакт. Теперь нужно собаку убить. Ёбаный свет. Ой, там их... Ой, сколько их. Ох ты, ёбаный свет. Тихо, не уходи, дружок. Блять, это пиздец. Ты понимаешь?
тихо, сядь. Собака, интересно, умрет от этого или нет? Не, я, конечно, могу ее не убивать, понимаешь? Капец. Мне нужно по-другому сделать. Мне нужно пробраться туда, где есть стрелы, это мои же стрелы, и забрать их. Я успел убежать. Пойдем. Пойдем, обойдем. Пока собака меня не видит. То есть я не могу... Да сядь, ты дурак, что ли? Я не могу понять, где тот охранник. Ой, бля. Где этот мудак? Одну стрелу я забрал, да? Ты серьезно? Хорошо. Хорошо, одну стрелу я... Тихо. А ты где ходишь, еще одна? Или это та же? Это та же собака? Это очень плохо. Если это еще одна. Нет, это та же. Вроде та же, но я ее тогда... Я ее тогда трогать не буду. Смысл в ней нет никакого. Так, тихо. Мне надо вон тех подобрать. Окей. Спокуха. Спокуха. Он мертв. Никого нет. Подобрать и уйти. Где они? Она. Собака бешеная. Так, это мне не нужно. Оружие не нужно. Вот, две. Всего лишь две. Это плохо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Да в смысле ты дурак? Ты дурак? Она же дура, это же компьютерная собака. Она просто сейчас уйдет и все. Мне бы стрелы. Все, валяй отсюда. Тупой набор программ этих. Ну, ты понял. Так, окей. Ой, сколько, 7 шло. Ой, хорош, всего 10 максимум. Блять, нельзя. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я смогу, по идее, ее убить. Угу. Это та собака, которая ходила вокруг меня. Понимаешь? Ее надо было убить, по-любому убить. Она бы меня... просто спалило несколько раз, а потом меня замочили. Окей. Так, хорошо, прекрасно. Теперь мне нужно что сделать? Поднять кипиш. Или не надо? Вот там, вон там стоит чувак, который открывает ворота, через которые мне можно пройти с поднятой тревогой. С поднятой. А, вот еще стоит чувак, которого я опять же не заметил, понимаешь? И опять могу сейчас нарваться на ребят, которые могут меня спалить наверху. Так, ну, получилось. С одного выстрела он сдох. Но вот здесь вот по территории где-то ходят еще чуваки. Так. Это тело лежит, и мне он, в принципе, совершенно... А, тут еще есть. Подожди, а нахрена?
А зачем мне там не нужно? Через этот забор я не прострелю. По-моему, я даже пробовать не хочу. Извините. Так, там собака. Там человек. Вот, да, туда я не пройду. Но я его убил. И это правильно. Ой, ёпарас, вот это в смысле? Shit! Спокуха, спокуха. Не надо орать, не надо кричать. Все уже не больно. Где? Где мои стрелы? В смысле? Алёша? Тебя же Алёша звали? Чего? Что? Я понял, это... Они там разговаривают сами с собой. Я понял. Так, мне надо открыть ворота, тогда будет кипиш. Понимаешь, вот эти вот ворота открываем, получаем кипиш. Да вы что, издеваетесь? Пиздец, три выстрела. Больные, что ли? Так, там, там внизу стоит чувак. А, или он за решеткой. Ой, вот еще один ходит. Кемпер херов. Мне надо, чтобы он встал. Мне нужно, чтобы он встал. Пошел обратно? Один мертв. Второй тоже. Он еще один прибежал. Жертва аборта. Тихо. Блять, ты понимаешь, я кончил, мне кончились патроны. Охренеть, да? Патроны есть наверху, вот здесь. Ты можешь уйти отсюда, мальчик? Пойдем. Сейчас я сверху его замочу. Отличненько. Сколько стрел я взял? Всего у меня теперь 4. Давай его убьем. Чего? Мадерфакер? Так, ну вон он стоит. Есть. Так, осталось две собаки, насколько я помню. Собак, в принципе, наверное, можно натравить на ребят. Да, по-моему, так. Смотри, получается, что? Получается, нет никого, кроме собак. Собак сейчас они завалят. Я надеюсь. Решетку закрывать некому. Да, собаку одну убили. Ну, они убьют их, по-любому убьют. Просто по-любому они их завалят. А что за моргание? Не знаю, что он моргает. Может быть, его нужно привести в действие куда-то. Подожди, не понимаю. Ладно, пойдем. Так, все, кончилось. Они теперь будут агрессивные, да, получается?
Они будут меня за мной бегать. Да, мы с тобой убежим. Подожди, 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 подожди. Тихо, 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 тихо. Факин, да-да-да, факин, это точно. Ай, блядь. Заебёшь, долбоёб. Мне ключа-то нет. А где мне ключ брать? А, серьезно? Ёб твою мать, дебила кусок. Надо еще раз залазить и открывать дверь. Ну, психи ненормальные, да ебаный свет. Они тоже могут лазить? Так, тихо. Тихо, они должны меня забыть. Как страшный сон. Да хватит орать-то, блин. Ёб твою мать, как же вы орёте. Так. Как же вы орёте, уроды. Как же вы, уроды, орёте. О, прикольные пацаны. Прикольные пацаны, они дошли и так сами, да, получается. Я умру? Я умру. Чикен, да, чикен. Хуикен, да. Так, а куда бежать? Куда бежать? Кто мне объяснит в этой игре какую-нибудь... что-нибудь? И где я? Кто мне расскажет, где я? Я, ёб твою ж мать. Ладно, ребятки. Короче, хватит. Я не буду ее проходить. Это была 4-я попытка. Я ей дал много шансов. Я не хочу терять время на какое-то непонятное вступление в эту игру. С кучей каких-то багов. И вы не представляете, сколько было попыток, которые я... Не записывал, записывал, сколько было этих падений, без записи, с записями, короче. Не хочу. Я понимаю, полная версия игры, но вот какая-то недоверсия, недоигра, недообъяснение чего-то там. Я знаю, чем она кончится, я просто мы пройдем, встретим босса, убьем и будет конец всего. Поэтому, в любом случае, я ее выложу, потому что, ну, чтобы не зря... терять время. Я ее выложу на канал, она будет на канале, кто-то захочет посмотреть. Сразу говорю тому человеку спасибо огромное. А если поставить лайкосик, вообще красавчик. И до встречи в хороших, нормальных, неглючных игрушках. Пока.